Всем привет еще раз. Ну, коль уж я гулял в районе Рыбацкого, сами понимаете, грех не зайти, не пойти, не посмотреть на озеро Дивное. Это Лазаревка. Вот вы слышали, где мы находимся. Это Лазаревка. Кафе-ресторан Пастернак. И мы вот непосредственно в районе озера Дивное. Пресный такой водоемчик. Пойдемте посмотрим, что тут как. Последний раз, когда мы здесь были потопы. Помните наверняка, кто смотрел, снимал тут всяких уточек, лебедей. Точнее, одного лебедя, второго не видел давно уже. Тут даже один кролик есть. Мне кажется, сейчас мы с вами заметим черепах. Я их уже однозначно вижу. Но они, меня увидев, сбежали. Собаки такие. А еще черепахи. Сидели на пенечке вот на том вот. И грелись на солнышке. Я так думаю, они еще появятся. Пойдемте погуляем. И возможно, мы их еще увидим. Или каких-нибудь других. Вода еще не сошла так окончательно и бесповоротно. Смотрите. Здесь было... А вон он, лебедь, лебедь. И какой-то маленький утка черный. Вон, видите. Буду сам идти как лебедь, плавно, чтобы его не спугнуть. Один. Гордый. Вот такой вот пернатый друг. И от вороны. Там вон еще гуси-лебеди греются. Но я боюсь, к ним я сейчас не попаду. По одной большой причине, так как вода еще не сошла. Как вы видите, остров Лебединый тоже еще. Не, ну пройти на него уже можно, но не в полном объеме. Как-то я гулял вот даже вот тем вот зарослям укропа. Там гуси-лебеди всякие плавали. Теперь здесь царствует вода. Глобальное потепление, скажете вы. Льды тают, все такое. Ну и ладно. Вон там он далеко плавает, индоутки и индочайки. А здесь все вот, даже тропинку видно. Но все в воде. Надо внимательно смотреть по сторонам. Вон девушка тоже лебедя снимает, близко к ним подплывает, видите? Ой, я вижу черепах, я вижу, они вон там, вон на пенечке. Не знаю, не на пенечке, на дереве сваленном. Буду идти как лебедь, тихо-тихо. Может быть, попытаюсь снять их, если что, с телефона. Ну, в коротеньком видео увидите. Вообще тропинка тоже в воде, вон они. Сидит черепаха на пенечке, на веточке. Даже походу две. Сейчас попытаюсь включить камеру и включить с телефона, снять их. Получилось, конечно, не очень удачно. Там они сидят так далековастенько, черепахи эти. Но я все-таки, наверное, выложу этот коротенький, там буквально несколько секундочек ролик. Посмотрите. Здесь вот гуси. Пройти к ним теперь можно только в сапогах.
жили в Абусе. Три веселых гуся. Один белый, два серых. Три веселых гуся. Вот такой вот заповедный, так сказать, уголок. Интересный, красивый. Где можно посидеть, забронировать столик. А можно и не бронировать, просто прийти и постоять. Правила поведения в парке имеются. И вот многие приходят сюда просто посидеть, вот в прямом смысле этого слова, полюбоваться природой. Отсюда и море даже видно немножечко. Вон там еще черепаха сидит. О, да там их много, смотрите, они там вдалеке сидят. На солнышке греются. Но, к сожалению, я пройти не могу, мостик в настоящее время закрыт. К великому сожалению, так бы пробраться к ним хотелось бы поснимать. Но имейте в виду, летом их, они тут прям их очень много, черепах этих всяких. Да и гуси также тут обитают. Встречаются индоутки, индогуси, индочайки, как я уже вам говорил. Вон сидит одна в засаде. Конь боевой тегаденский с бароном Мюнхгаузеном. А я иду обратно, хочу посмотреть там. Может, черепахи забрались опять на этот пенек. Там их хотя бы издалека, но можно поснимать. Ну а вам, наверное, уже все показал. Здесь мы уже бывали, все вы знаете. Просто немножко запахло весной, как говорится. Чуть стало теплее и покрасивее. Да, одна черепаха забралась на деревце и сидит. Но тут надо, я с подветренной стороны иду, они же меня могут учуять. И тут он что-то занырнуло. Может быть, тоже черепаха. Ладно, друзья, всем говорю пока, всем до новых встреч. Буду сидеть в засаде, ловить черепах и снимать вам их. Пока я там черепах подлавливал, иду себе, иду, никого не трогаю, а навстречу мне вот лебедь. В полном, как говорится, в полный рост. Вот такой вот красавчик. Спокойненько себе гуляет по озеру Дивному. Все его тут очень любят. Ну вот одиноко. Одиноко ему, наверное, и грустно. Как-то, как он, не помню, в 20-м и 21-м году мы встречали. Возможно, даже его. Он у нас прилетал в устье реки Псизуапсе и там вот плавал по морю, чем радовал гостей Лазаревского. Все хотели с ним сфотографироваться. Да-да-да, извините, что я пришел на вашу территорию. Покидаю вас, извините, извините. Но вам всем говорю пока. Черепах заснял еще чуть-чуть, не знаю, потом посмотрите. Вот такой вот чудный уголок в Лазаревском есть, называется озеро Дивное. Прям сразу в районе рыбацкого поселка. Многие знают, где это. Ну, за рекой, за мостом. Переходите через мостик в сторону Сочи и вот направо. Ходил я сюда даже пешком. Есть, есть ролики. Всем пока.